вышел 6-й номер журнала «Ветер странствий Казахстан». Основные темы номера. Миражи Устюрта. Полуостров Мангыстау – это кладезь туристических изюминок Казахстана. Цена бесценных архаров. Что лучше защищает редких животных? Строгие законы или добрая воля людей? Человек больших высот. Алексей Марьяшев отмечает свои юбилеи только в горах. Ихтиофауна Каспия. Что вам нужно, чтоб бычок вмиг попался на крючок? Что скрывает кот Жайляу? Последователи двух концепций – экотуризма и горно-лыжного отдыха – продолжают горячий спор о судьбе урочища Кокжайляу. Юрий Висбор. Зачем мы ходим в горы? Это и многое другое на страницах 6-го номера. Журнал «Ветер странствий Казахстан» в гармонии с природой.